1 июля Государственному архиву Ивановской области исполняется 100 лет. За век своей истории хранилище стало одним из крупнейших в стране. Здесь почти 2 миллиона документов с конца 15 века до настоящего времени. Можно найти царские указы, погодные записи, брачные грамоты, духовные завещания и уставные документы. В честь юбилея сотрудники архива приготовили профессионалам и любителям подарок – выставку интереснейших и редчайших документов. Увидеть фолианты и рукописные листки могут все желающие. Например, здесь есть документы секретных фондов архива по времен Великой Отечественной войны. Ну вот это, наверное, будет интересно общественности. Например, здесь акт о бомбардировке на налете на село Ильинское. Ну, то есть долгое время велись дискуссии, бомбилась ли наша область, не бомбилась ли в годы Великой Отечественной войны. Вот там акт 43-го года, как там, собственно, так заглавлен акт о зверском налете немецко-фашистского самолета на село Ильинское, там за подписями целой группы людей, ну, соответственно, приехавших и из центра, и местных.